Итак, 6 утра у нас, и мы начинаем готовить булочки cinnamon rolls или булочки с корицей. Просеиваем муку, и уже, конечно, как вы видите, мои помощники уже со мной рядом на кухне. По всему насыпать. Конечно, можно сейчас попробовать сладкую начинку. Such a good helper, Катя. Теперь скрутить все это рулетом. Катя, not so fast. Разрезать на кусочки и выложить на противень. Вот такая красота у нас получается. Смотрите, красивые булочки, любимое блюдо нашего папы на завтрак и Никитки. Ну а чем же занят папа? А вот папа помогает маме готовить, присматривая за детьми. Так, мы сейчас едем в наш магазин Коска. Он от нас находится в 20 минутах. Папа, вот видите, не знаю, видно, не видно, он с меня смеется, так как он вообще не любит быть, участвовать в каких-либо видеосъемках, а тут мама. Да, Катя? А, папа потерял машину, да, папа на машина в Небраске. Ну ничего, папа найдет ее в Небраске. No, he can't find tomorrow. Но он ее найдет, да? Да. Вот. А папа с меня смеется, так как он у нас совсем такая непубличная персона, собственно, как и я, но я в чем-то более, чем он. Стараюсь общаться, иметь больше друзей, а папа и видео это совсем не о нас. Но он терпелив. А там посмотрим. Yes? Он не понимает, о чем я говорю, но он со мной согласен. Так, покажем сейчас. Это наш такой маленький neighborhood. Вот там будет Ромина школа. Могу я приблизить? Могу. Сейчас покажу. Да, вот это была Ромина elementary school. А вот это Ромина школа сейчас. Здесь он играл в бейсбол. Да, Рома ходил сюда к учителю. Да, это его школа сейчас. Вот мы и приехали в наш магазин, да, Катя идет с мамой за ручку, да, а Никита идет с папой за ручку. Как правило, у нас всегда все так и происходит. Видите, мы всегда паркуемся вдалеке, мы никогда не паркуемся близко, так как здесь... Все американцы такие ленивые, прям пройти негде, честное слово. Мы всегда паркуемся подальше, чтобы немножечко пройтись. Вот, заставлена вся парковка полностью. Mom, it's no truck. Да, смотри, сколько машин. Смотри, сколько машин много. Да, смотрите, какая красота, какую мы здесь нашли. Катя, you stay with mama. Катя, stay with mama. Let's watch this one. Look at this. Wow. Да, it's a skeleton. Ага. Say it's cool. It's cool. Да, классные какие. Да? А ну, пошли посмотрим, что там еще есть в магазине. Идем? Вау! Вау, какие прикольные! А ну, пойдемте еще проверим, что здесь еще есть. Да? Пошли еще посмотрим. Смотри, Кать, это Микки Маус. Да? А ну, Катя. Let people go. Sorry. Yeah.
Пошли. А ну, Катюш, let's go, let's go. Смотри, какие огроменные тыквы, да? Pumpkins, Катя, смотри, какая большая. Pumpkin Chinese. Катя, смотри, it's Christmas. Вау, look at this. Да? It's a magic, да. Такой большой-большой, да? Угу. Никитка. Смотри, какой веселый магазин. Да, как все здорово здесь. Ярко. Ой, смотри, это то, что наш папа любит. А ну-ка. Окей. Так, $63 это папа. Ну, не знаю я. Посмотрим пока. Это для Кати? А ну-ка, что там для Кати? Никитка? Ой, понятно. А ну-ка. А, что ты тут нашла, Катя? Да. Ну, конечно, все для Кати, все для Кати. Да, Никитка, смотри, какой корабль классный, да? Никитка, пойдем. Ой, что ты там нашла? Ой, боже мой, ну прям для настоящей принцессы. Нам такое точно надо. Да? А ну. Диваны покажем вон за 1049, да? Какого плана у нас? Сколько стоит? 1800. Да? И такой вот маленький. И стол такой. Смотри, тут еще много-много игрушек. Вон, папа что-то уже нашел. Да, что-то уже папа нашел. Будешь играть? Да, смотри, пойдем, Никитка. Пошли, пошли. Да, не работает, не работает. Не работает, да. Катя like this one. She was excited, she even was dancing. Look at her. Yes, I'm sure. Да, и для Никиты тоже Катя нашла. Идем, идем, идем. А, окей. But it's a regular one. It's... Да, ой, смотри, сколько кукол много. Да? Да, все для Кати. Никита. Прикольно, классно. That's refrigerator also. This is your refrigerator also. Yes, I like it. And then freezer on the bottom. Wow! It's not too big. I'd have to measure them, but usually they're the standard size, but then that's your freezer. Oh, okay. I like this one. And then some get fancy like this. So there's that style. Да, нам надо выбрать холодильник в новый дом, да? Мы выбираем, какие есть вообще. Ага. Так. Okay. And then you have the style that's just like ours, a full freezer, a full fridge. You just need to let me know what style you want. Okay. Start looking. So it's one pretty much the same like first one, yeah. But not so fancy. And no drawer. Remember that one had the drawer in the middle? Ah, yes. What's that? And what price different? Almost 1,000? I think that one was 3,300. This is one too. Никитка, let's go. Да? Должны мы выбрать холодильник новый дом. Катя, why we can't take it? Do you want to take it now? No. No? Why? Yeah, we can take it. We can take it? Yeah, we have to take it. Ah, you won't take it now? Yeah. Do you like it? Yeah, I like it. Oh, cool. No, okay. We have to take it then. But
Если честно, за такую цену нам не надо такой навороченный холодильник. Нам, в принципе, подойдет и этот. Мне кажется, довольно-таки прикольный. Правда, не знаю. Надо еще походить по другим магазинам, посмотреть. Да, смотри, сколько книг разных много для детей, да? Смотри. Wait, Катя. Да? Катя ищет платье для себя. Кира, look at this one. Любовь какая, да? Так, местную курочку мы тоже любим, но у нас сейчас дома есть что кушать, нужно доедать запасы, да? Никитка, встань, пожалуйста. Так, вот есть chicken pie, and $22 стоит. Ничего себе. Обычно мы покупаем здесь очень много мяса, коска, но сейчас, так как мы скоро переезжаем, мы пока ничего не закупаем. Никитка, пойдем. Так, вообще, скажу вам по секрету, мы сюда приехали, чтобы сделать такие небольшие закупки на Крисмас, на Санты. Вот, так как мы опасаемся, да, что у нас будет очень мало времени, связано с переездом, мы хотим подготовить хороший праздник деткам. У нас уже закуплено много игрушек. Вот. Так что сегодня мы приехали за очередными. Я только мужу показала, что мне понравилось. И сейчас я с детками хожу по магазину, а муж уже пошел покупать и складывать все подарки на Рождество в машину, чтобы детвора не видела. Когда детки были маленькие, мы им памперсы всегда покупали этого бренда. Скажу честно, потому что они дешевле всего. Но по качеству они нам подходили. У нас никогда у детей на них не было аллергии. А вот однажды мы купили Хаггис, то у них была на него аллергия. И, собственно, больше мы уже не покупали. Еще мне нравятся вот такого плана штучки. Сейчас. Когда вот ты покупаешь 4 за 25, а платишь только 70. То есть $30 идет экономия. И на разные виды, вот так же само другой, вот Best of Italy тоже идет 25 за 4 карты. А сколько нужно платить за это? Тоже 70. Ну что, вот мы уже дома. Купились в магазине, в одном, в другом. Приехали домой, я уже готовлю ужин. И на самом деле хочу показать, что мы все-таки купили в магазине, так как с этого магазина, с Коска, с пустыми руками ты никогда не уходишь. На самом деле купили мы немного, ну, не учитывая подарки, да, на Новый год. Это вот я себе купила такую серию Anti-Age. Они были по скидке, я на них смотрела еще до скидки, а сегодня была скидка. И, собственно, поэтому решила купить. Этот крем я тоже очень люблю. У меня кожа очень сухая, он мне очень помогает. И также была сегодня скидка $5. И, в общем, не помню, сколько заплатила, зато я помню, что скидка была $5. По-моему, $22. А эти носки, это моя вообще отдельная любовь. Особенно, когда только начинает немного холодать. Я прям без них жить не могу. И они были в наборе. И тоже на них, кстати, была скидка. Так они стоят, по-моему, 13 с чем-то. А сегодня я их взяла за 9,99. В общем, я скидки люблю очень сильно. Тем более, когда те вещи, которые тебе нужны, еще и по скидке. Да, так как я хотела вообще сегодня купить себе носки. Купить себе вот это вот средство ухода для кожи. А сегодня еще и по скидке. Ну, почему бы нет? Хочу, да, вам рассказать, мы поехали, когда сегодня в Коска, мы, конечно, хотели в первую очередь, мы просто присматриваем детям подарки на Новый год. Как я уже говорила ранее, мы опасаемся, что в связи с переездом у нас будет недостаточно времени, мы будем слишком заняты, именно вот, ну, не получится у нас закупить подарки.
И плюс, конечно, на данный момент очень часто в магазинах, когда мы заходим, очень прям много пустых полок, и мы боимся, что мы не сможем потом купить вот именно то, что мы хотели бы детям купить, а придется покупать только вот из того, что уже имеется. И по этой причине мы начали закуплять подарки, наверное, где-то, ну, наверное, уже где-то месяца два назад. То есть мы заходим в магазин, мы увидели, что там, например, какая-то там кукла для Кати была, которую мы хотели, или там для Никитки что-то. И мы, в общем, покупаем, там у нас на антресоле мы складываем, скажем так, вверху, накрыто оно у нас одеялом. Да, давай я покажу, что мы купили Никитке, какой костюм, да? Покажи, какой мы Никите костюм купили на Хэллоуин. Кем у нас будет Никита на Хэллоуин? Хэллоуин! Да, драконом, ой, динозавром, да? Спасибо! Да, а кем Катя будет? Динозавром! А Катя у нас будет... Юникорн! Да? Да. Вот, а Роме сказали найти в Амазоне, что он хочет, и мы ему купим костюм, который хотел он, так как в Walmart его сегодня не было. И раньше его тоже в Walmart не было. Так, а на ужин, ну, вы знаете, я лентяйка знатная. Я, ну, не всегда, но очень часто стараюсь приготовить что-то такое, чего, на что я не должна затрачивать особо много усилий, времени. И сегодня, вот сейчас я немножко обжариваю курицу, я ее тоже там мариновала в соусе, чуть-чуть хочу ее только, немножечко, чтобы она была такая красивая. И вот здесь я тоже мариновала, это у нас картофель с приправами, грибочки, здесь и лук. И потом хочу все выложить, отправить в духовку и забыть на какое-то время о готовке, а потом только достать, и будет вкусный ужин готов, и, возможно, только салат, и на самом деле это все. И еще хочу вам кое-что сказать. Я поговорила со своим мужем. Хорошо, давай я тебе открою йогурт. И сказала ему, говорю, слушай, говорю, было бы здорово, если бы ты вместе со мной снял бы видео для моего канала и рассказал бы, ответил бы на вопросы девочек, почему, да, вообще ты решил жениться вот на украинке, и, ну, в общем, все такие вопросы, да, которые вам, возможно, будут интересны, то есть взгляд вот именно американского мужчину на разницу брака, да, вот с женщиной с Украины и американкой, там, почему, возможно, что-то не получилось, собственно, какие у вас есть вопросы, можете оставлять здесь в комментариях, можете писать мне где-то в личных сообщениях, и... Сделаем мы совместное с ним видео, единственное, это будет немножечко позже, так как на данный момент он сильно занят, да, мы вот все в переезде, он дома бывает редко, а когда вот мы уже переедем в штат Небраска, уже немножечко там все у нас утрясется, будет немного уже поспокойней наша жизнь, и тогда мы обязательно с ним снимем видео, а вы мне просто за это время, у вас есть возможность подумать, да, на какие бы вопросы вы хотели бы получить ответы, что вам действительно просто интересно вот со стороны американца, какие качества, возможно, да, он вот именно ищет в женщине. И мне будет интересно услышать. Окей? Давайте, подумайте над вопросами, напишите их мне, и мы сделаем с ним как-нибудь видео. Возможно, будет вам полезно и интересно. Так, ну, думаю, наверное, на сегодня все. Спасибо вам за то, что вы подписаны на мой канал, за то, что смотрите, оставляете комментарии, и увидимся совсем скоро, завтра.